Всем привет, я Клевер. И сегодня мы рассмотрим новый тизер на сайте Скотта. И что он нам напоминает? Мне он напоминает железную дорогу, которая проходит в жутко страшном лесу. А еще он мне напоминает пешеходную дорожку зебру. Но если повернуть тизер на 90 градусов, то мы увидим лестницу, ведущую вверх, где находятся герои из мира FNAF World. А может, это лестница вниз, где находятся герои из FNAF? Так какую игру выпустит Скотт? Мы пока не знаем. Будем следить за тизером. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока! Ту-ру-ту-ту-ту. Doop.